Говорит и показывает графство Стаффордшир. Сегодня в городской администрации состоялся телемост между двумя дружественными городами. Англия и Россия уже не раз обменивались делегациями для получения опыта. Теперь вот решили еще и созваниваться посредством видеосвязи. Нам приятно, что вот работа вот эта международная, межмуниципальная, которая сложилась уже у нас, история этих отношений десятилетиями, что она вышла все-таки на такие практические рельсы. И мы сегодня видим вот те предложения, которые обсуждались, они действительно интересны для муниципалитета и нашего города, и Стаффордшира. По видеосвязи глава города и глава мэрии обсудили с английскими коллегами возможность проведения в Стаффордшире выставки палевских мастеров. Уже в ноябре следующего года англичане смогут приобщиться к русскому народному искусству. А в ответ ивановцы предложили выставить на всеобщее обозрение фарфор, коим славится Стаффордшир. Кроме того, решено было расширить сотрудничество между школами двух городов. Договорились о том, что у нас вместо одной школы в городе Иваново и в Стаффордшире будут сотрудничать еще две дополнительные школы. Это важно для того, чтобы и преподаватели могли общаться, и, естественно, дети могли посещать как Великобританию, так и английские дети посещать наш город. На этих планах сотрудничество наших городов не завершится. Подобные скайп-конференции решено было проводить регулярно, раз в месяц. Ведь для взаимной пользы Иванову и Стаффордширу еще многим можно друг с другом поделиться. Лишь бы европейский опыт прижился в российских условиях. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.